Нынешний хоккей, конечно, в подметке не годится сборным ЦСКА, так сказать, она же сборная СССР по хоккею, которая рвала всех на части, когда нам второе место было трагедией национальной. Второе место. Сейчас второе место. Друзья, давайте признаем, что чемпионат мира по хоккею, который проводится каждый год, ну, несоразмерим по значимости с Олимпиадой или с чемпионатом мира по футболу. Мы очень долгое время шли по восходящей в области хоккея. Я уж не говорю про хоккей с мячом, а и хоккей с шайбой, который для нас был абсолютно нов и возник только после Второй мировой войны. Ну, я-то еще помню, еще на черно-белом, когда они знаменитый матч Харламова, я был маленький, но я тоже сидел и болел тогда. Вот, я еще многого не понимал, но я привык, что русские – это рыцари. Мы достигли определенных моментов и успехов, и выстроили систему, а потом ее разрушили сами. Это была страна, где к хоккею пристраивалась огромная высокоразвитая промышленность, сильная наука, растущий народ, развивающаяся страна. Естественно, когда все это исчезло, хоккей стал деградировать. И разрушили сами, потому что она оказалась более уязвима с точки зрения финансирования, с точки зрения зарабатывания денег, чем нежели футбол. Хоккейные легионеры, они наемники. Давайте называть вместе своими именами. Легионеры наемниками стали только в позднее время. Легионеры – это, извините, воины римские. Они сражались за свою родину, между прочим, и не за деньги. В хоккей-то мы сами едем отсюда. В хоккее мы уезжаем отсюда, мы пытаемся обескровить нашу собственную систему, поэтому говорить о хоккее в позитивном смысле я просто не вижу для себя никакой возможности. А если вы еще и тренера иностранца пригласите, то вы признаете полный крах русского хоккея. Все, у нас даже тренеров нет. Но если до этого дойдет, я уже, наверное, и хоккей смотреть перестану.